Мне поставили концерт закрытый в Большом театре, после которого ко мне подошел очень красивый молодой человек, двухметровый и такой красавец. И сделал мне предложение. Прямо там? Да. То есть на второй день он в Большой театр принес мне кольцо. И вот все как в кино. То есть меня увидел, услышал. Его поразила сила музыки, я думаю, тоже. И говорит, никаких сомнений у него больше не было о том, что он нашел свою будущую жену.